Сегодня у нас 23 мая 2015 года. Мы находимся в деревне Потеряевка, Алтайский край. Вот. Это 150 километров от города Барнаула. На огородчике. Называется лагерный огородчик у нас. Вот там лагерь, стан у нас вдалеке. Его тут не видно из-за берез там, тополей. А вот мы с братом Никитой работаем. Сейчас вот дело мы заливаем лунки водой. Сперва мы туда насыпали перегною. По 2 горсти примерно на лунку. Сейчас заливаем водой. Потом будем раскладывать помидоры. Вот у нас тут помидоры есть. Вот они. Сестры нам барабаши подготовили. Устинова, теть Люба дала Минаева. Пускай Господь их благословит. Вот сейчас будем по одному корешку выкапывать оттуда и возле каждой лунки раскладывать, а потом садить. Все, Никита, сейчас ее пока клади в сторонку куда-нибудь, чтобы он там возле грядок только, чтобы на грядку не бежала. Ага. И сейчас продолжим. Возьми видеокамеру, я сейчас начну помидоры доставать, а ты будешь все снимать это. Как у нас процесс проходит. Пойду сними, наверное, перчатку. Помидорщики. Вот мы помидоры пролили водой сперва, чтобы они хорошо отдирались. И вот сейчас вот берем примерно каждый, чтобы с корешками было. Землю вот это тут. И возле лунки кладем. Сейчас я разложу. Это первый ряд. Мы сейчас так пойдем. Вот аккуратненько, чтобы не поломать их. Вот, а потом будем садить сразу. Лагерь. Они уже большие, их уже будут. Может, туда пораньше надо посажать. Ну ничего. У нас тоже нормально. Такой... Сейчас вот я лунку беру, вот так вот и туда в грязь сажу. Вот она. И засыпается потихонечку. Так ничего не делает. Если рукава, наверное, надо было закатать еще. Потом еще прольем сверху уже. Сделаем. Это в глубину садится, чтобы у ней дополнительные корни вырастали. И она будет более устойчиво стоять на своем месте. Все. Ну, вот. Может, я не так аккуратно, конечно, как бы сестры сделали у нас. Сестры все-таки более аккуратно получается. У сестер. Помидорки даже поглубже набор.
Ну вот примерно вот так вот у нас помидоры садятся. Слава богу. Может куда-нибудь навести, закончить. Потом покажем, как у нас все будет посажено тут.